Семен, это вы, да? Это я, да. Просто пауза возникла. Семен, поздравляем с победой. Сложный очень матч был. Как вы прокомментируете, какие ключевые моменты были? Ключевой момент, что бьемся, стараемся, все вознаграждается, так скажем. Поначалу немного не получалось. Помогла драка. То, что ребята побились, и, так скажем, воодушевили нас на эти действия. А какая именно драка была? Несколько столкновений там? Ну, когда Сергеев? Сергеев сыграл, да. Сергеев стабилился. Вся игра вообще забила такой грубостью, жесткостью. Это такая установка тренера была или все-таки вот эмоции? Вы же знаете, что мы всегда так играем. Жестко, грубо, жестко. Ну вот эпизод с Паниным вы видели, наверное, в конце. Вот, вы как считаете, это нормально так играть? Вы сказали, что драки помогли, а Василий Кошечкин помог своим голом, который он пропустил от первого? Наш напор помог бросать это все, вот что помогло. Вы в своей карьере бросали когда-нибудь вот от красной линии в надежде забить? Не помню, если честно. Да Коста в ударе сегодня был, чувствовался перед матчем? Да Коста в порядке. Коллеги, спасибо. 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 Спасибо.